Золото чемпионата России Зауругуев выиграл уже в четвертый раз. Лидер категории «Мухачей» в Улан-Удэ не смог побороться во всю силу, однако это не помешало ему выглядеть на голову выше всех соперников. Яркий пример – финальная схватка против тувинца Начина Монгуша, где хасавюртовец при равном счете сумел провести амплитудный пятибалльный бросок. Мне удалось тяжело, потому что на сборах я заболел, практически не тренировался первую неделю. Вторую неделю начал только потихоньку себя проходить, из-за этого мне тут удалось чуть-чуть тяжело. Ну, был, можно сказать, не в форме был. Ну, вчера тоже ты вроде начал хорошо, 10-0, по-моему, потом чуть посложнее пришлось. Тренер тоже чуть-чуть был недоволен, но он тоже понимает, что ты не совсем готов. Да, ну, тут соперники тоже, стояли, упирались, ну, не давали мне бороться, и сами не боролись. Ну, как-то так тяжело пошли схватки. Как на зверя настраивались, можно сказать, да, на тебя? Ну, да, все равно они тоже настраиваются, выиграют меня. Ну, как-то вот так. Ну. И вот по финалу, вот, когда 4 ты вел, попал на 4 балла, вот, какие мысли были, что удалось было? Я, поверить, я не думал, как я улетел, расслабился чуть в конце. И я в голове знал, что я по-любому возьму или балл, или два. Или... Я знал, что я могу отыграться. Тренера, кого-то слышал в этот момент? Трибуны же на той стороне были, болели? Честно говоря, я даже свистка не слышал, как арбитр дал. До того было такое, люди болели. Ну, чуть-чуть тяжеловато в финале было. Ну, то есть, когда болеют за, когда болеют против, ты не слышишь? То есть, сейчас не было, да, такого? Нет, сейчас такого тоже не было. Когда я брал, тоже они приветствовали, да.